Всем привет, дорогие друзья! Привет всем! Ага, мне кажется, на русский чок и коношерцы. А, чок, супер. Хорошо, хорошо по-русски очень говоришь. Супер говорю. А понимаешь? Да, да. Понимаешь? Да, да. Все? Все? Хорошие мы? Все, все понимаю. В общем, друзья, мы в Анталию. Приехали мы по очень интересному делу. И в этом видео об нашем интересном деле я вам расскажу чуть позже, а в этом видео расскажу о транспорте. Сейчас мы находимся на автовокзале в Анталии. Из Анталии, из Аланьи до Анталии ехать 2,5 часа, и билет сейчас стоит 25 лир. Автовокзал выглядит вот таким вот образом. И мы сейчас для того, чтобы уехать в центр, идем на трамвай. Для того, чтобы доехать до Анталии, вам нужно добраться до автовокзала в Аланье. В описании к этому видео оставлю ссылку, где находится этот автовокзал. Билет. Билеты можно купить на автовокзале, но лучше заранее покупайте билеты в приложении или на сайте. Также ссылку на сайт оставлю в описании. Друзья, когда вы выходите на автовокзале Анталии из автобуса, вы сразу видите вот эти вот маленькие белые автобусики. Это трансферы, которые везут бесплатно в центр. Обязательно смотрите, если вы приехали, например, в Анталию на фирме Памуккале, идете к трансферу фирмы Памуккале. Если на какой-то другой компании, обязательно идите к этому автобусику, и он увезет вас в центр города или в тот район, в который вам нужно. Автобусные вокзалы в Турции очень хорошо устроены, они компактные, хорошо оборудованы. Здесь всегда есть магазины, кафе, ресторанчики, туалеты, камеры хранения, такси, автобусы и так далее. Если говорить об автовокзале в Анталии, то, пройдя мимо Шехир Аласи терминал, можно попасть на трамвай. Вот мы сейчас проходим в конец вот этого большого здания, вот туда заходим, и по эскалатору мы попадем на трамвай. Можем сесть на трамвай, который нас довезет до самого центра. Едем мы в сторону Мурат Паша. В Анталии очень большой автовокзал, но даже из Алании вы можете уехать в разные города не только Турции, но и за границу. Например, с автовокзала в Алании можно уехать даже в Грузию. И вот здесь вот мы видим парковку. Далее мы идем мимо этой парковки, и в конце этой парковки вот прям вот там находится трамвай. Вот здесь расположены лестницы, эскалаторы. Антрей, Анталия трамвай. И по вот этому большому туннелю идем до конца и увидим киоск, где продают билеты, карточки. И далее уже покупаем карточку одноразовую для одной поездки, либо карточку, на которую можно класть деньги. Я думаю, что мы сейчас все-таки купим, потому что наша старая карточка уже недействительна. И в конце вот этого коридора вы увидите этот киоск и вход уже непосредственно на трамвай. Друзья, транспортная система Турции очень хорошо развита, и автобусное сообщение, и железнодорожное, и сообщение, авиасообщение очень хорошо развито. И, кстати, если вы приезжаете в Аланию и находитесь в Алании, например, 2 недели или очень долгое время, обязательно выделите время, чтобы приехать в Анталию и посмотреть все достопримечательности, погулять по городу, по старому городу. Ну и, конечно же, чтобы съездить на морском автобусе в Кемер. С набережной идет морской автобус до Кемера. В общем, здесь очень много всего интересного, поэтому не упустите
Не упустите эту возможность. И, кстати, в Анталии есть театр оперы и балета. На оперу и на балет мы очень много ходили, точнее, ездили раньше. Это было здорово. Сейчас, к сожалению, времени не так много. Но я скучаю по опере и балету. Айхан, сэнджен Анталия гюзельни? Бешихер. Сэрэмусэн. Зэрэшин. Анталия лины эн чок на сэрэмусэн. Анталия эн чок на сэрэмусэн. Анталия эн чок Да. Калечин сэрэмусэн. Бэ кепэзде шэрэн алэрэсэн. Сонора гитти мэ? Бэн гитмидим. Я гитэмэрэс бэч. Дюден мэ? Дюден шэрэн. А, да, видите, Айхан говорит, что в Анталии еще есть водопад Дюден. Я, например, там не была, поэтому, возможно, завтра мы туда поедем. Ну, а, конечно же, старый город, он просто великолепен в любое время года и днем, и ночью, и вечером. Для того, чтобы купить одиночный билет, нажимаете сюда. Для того, чтобы купить карточку, вот сюда. Мы нажимаем сюда. И можно либо монетки, либо обычные деньги. И потом получаете вот эту вот вашу многоразовую пластиковую карточку. Теперь на нее будем класть деньги. Кладем деньги. Кладем деньги и кладем на карточку сейчас 5 лир. Все. Прибывает трамвай. Здесь трамвай подземный. Современные классные трамваи. Но мы едем на эту сторону, нам нужно в район Мурат-Паша. Вот, например, с 1 апреля каждый день в 9 часов отправляется, в 9 и в 5 часов отправляется морской автобус из Анталии. Сейчас пройдет реклама. Морской автобус из Анталии отправляется в 9 утра и в 5 вечера, а из Кемера обратно в 10.30 и в 18.30. То есть, таким образом, уехав в 9 утра, вы можете вернуться обратно в Анталию в 6.30. Вот так вот выглядит станция, трамвайная станция. В 20.30 приедет наш трамвай через 2 минуты. Называется он Антрей. Очень здесь все комфортно, близко устроено, поэтому никаких проблем, чтобы найти транспорт или... ну, в общем, вы не заблудитесь, да. И вот эта вот карточка на трамвай стоит 5 лир. У нас такие карточки есть из Стамбула, из Эскишехира. В общем, купили сейчас новую карточку в Анталии. Друзья, в этом видео не будет достопримечательностей, а просто вот такая вот, такое вот информативное видео по поводу того, как добраться до Анталии. Ну, конечно же, если у вас есть вопросы, обязательно пишите. Я постараюсь на все вопросы ответить. Слышу уже, что наш трамвай прибывает. Сейчас мы едем до самого центра. Самый центр – это Мурат-Паша. Вот мы находимся на автовокзале от Огар. И от Атагара проезжаем вот эти вот все станции и едем на Мурат-Пашу. И, кстати, есть в Анталии ностальгический трамвайчик. Постараюсь вам его показать в следующий раз. И в описании смотрите все прошлые видео из Анталии. Их очень много. И ностальгический трамвайчик там тоже есть. Кондиционеры, по-моему, есть Wi-Fi, и вот там вот наверху есть экранчик, и вы можете смотреть, на какой вы остановке. Трамвай это надземный, только по приезду наш автобусный вокзал, он уходит под землю.
Мы уже приехали в центр, в район Мурат-Паша, и перед нами открывается один из моих самых любимых торговых центров в Турции, Марк Анталья. Пойду я туда или нет, я еще не знаю, потому что не цель моей поездки. Ну, а если вы приезжаете с автовокзала в центр на Мурат-Пашу, то от Марка Анталья идите вот туда, вот вниз, 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 переходите улицу и попадете на пешеходную улицу. И эта пешеходная улица приведет вас к старому городу. Ну, конечно, в Анталии совершенно другая атмосфера, это большой город, но большого города нам с Айханом хватает всего на один день. Айхан, береги гюнетер, да или? Два. Да, нам хватает двух дней, а потом хотим в Аланию. Боковая улица от Марк Анталья. Здесь открылось очень много кафе, всяких разных ресторанов. Ходит трамвай. Здесь была раньше проезжая часть, а сейчас здесь только дорога для трамвая и пешеходная зона с огромным количеством разных кафе, ресторанов, магазинов. Ну, в общем, сделали очень здорово, что перекрыли для транспорта эту улицу. Вот так здесь продают фрукты, можно купить черешню и абрикосы. Друзья, а сейчас мы приехали в парк, где-то в районе Кони-Алты. Я думаю, что это район Кони-Алты. И здесь огромный парк. Вот с той стороны море за мной. Очень широкие, классные газоны, все подсвечено. Покажу вам сейчас. Есть дорожка для велосипедов, там какие-то большое количество кафе. Дети гуляют, народ развлекается. Ну и мы приехали сюда после жаркого дня тоже прогуляться, потому что здесь очень прохладно. Здесь много пляжных кафешек. В общем, вот такая вот классная атмосфера. Друзья, мы пришли в кафешку, и вместе с нами Али, Шерифе и кто сзади? Рамазан. Али, Шерифе вы уже знаете по многим нашим видео, и с ними будут еще видео. Поэтому, друзья, на этом мы наше видео заканчиваем. Кто кушает, всем приятного аппетита. И встретимся с вами уже в следующем видео. И, кстати, у нас для вас есть сюрприз. А на сегодня мы с вами прощаемся, Айхан. Всем всего хорошего. Пока-пока.